В данном видео вы услышите следующее. Партия Порошенко, Европейская солидарность, подала заявление в СБУ о госизмене Зеленского. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что приступим? Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в государственной измене. Соответствующее заявление подали депутаты Верховной Рады из партии Европейская солидарность в украинские правоохранительные органы, сообщается на сайте политического движения. По мнению депутатов, Зеленский разрушил энергетическую независимость Украины, которую создавал в 2016-2019 году предыдущий президент Украины Петро Порошенко, лидер Европейской солидарности. Нынешний президент якобы намеренно перевел снабжение теплоэнергетической станции страны на другое топливо. Зеленский предал родину ради интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, который занимался поставками угля предприятий теплоснабжения Украины, уверены парламентарии.